куски хорошие. Такая вот у нас небольшая кучка получилась. Филешечки наши. О. Так, икру, я не знаю, замораживать можно, нет? Она потом в сопли не превратится. Ладно, заморозим тоже икру. Потом пожарим вместе с рыбой. Друзья, всем привет! Сегодня я буду поварить, сегодня буду в роли повара. Дома я один, но к обеду придет Даша из школы, она толком ничего не ест. Единственное, что она любит, это вареники. Поэтому сейчас буду замешивать тесто, правда, первый раз буду это делать. Не знаю, что получится. Но сначала достанем щуку с морозилки, пусть размораживается. В общем, у меня сегодня поварской ролик такой, если получится, конечно. Так, с чего мы будем начинать? Так как я вообще тесто никогда не замешивал. Начнем с гугла. Только я не знаю, насколько это, блин. Это сейчас намешаю целую кучу. Так, муки надо 500 грамм. Так, я буду все делать на глаз. Еле как нашел сито. Эх, чувствую я, накашеварю. Так, в отдельной миске мне нужно налить воду, добавить яйцо, соль и масло. У кого такие стаканы еще остались граненые? Одно яйцо. Раз. Чайная ложка соли. Какая-то байда получается. Чувствую, я сейчас наготовлю, блин. Чуть-чуть добавил воды больше, там 250 грамм. Надо было на телефон снимать, потому что на экшн-камере все далеко. Кажется, все маленьким, непонятным. Вот так вот. Ё-моё. Я чувствую, уже вкусно будет. Вот, все, почти готово. Уже можно есть. Ох ты, какое мягенькое. Правильно, неправильно. Что-то получается. О, вот так будем месить его. Ох, блямба какая. Ох, вот так будем месить. Вовнутрь, раз, раз, разрывая. Наша лепешка готова. Так, я не знаю, сколько там нужно ей лежать. Сейчас в чашку положу. Так, все сразу уберем, чтобы ничего не мешало. Так, картошка. Я думаю, 6 картофелин должно хватить. Так, прямо здесь почистим. Так, все залили. Сейчас посолю и на газ. И еще главное не забыть зажарку не во всю картошку. Сначала надо потолчить, отдельно отложить чуть, потому что Дашка с луком не любит. Самое вкусное с луком. Блин, опять забыл рыбу достать. Сейчас достану. Самый маленький пакетик с рыбой достал, потому что много я не буду жарить. Вот. Так, пока у нас там варится, жарится, подмести. На белом линолеуме постоянно что-то появляется, какой-то мусор. Валится. Сейчас нарежу помидоры. У кого еще остались помидоры? У нас еще целая куча их. Вот, кстати, что еще Дашка ест, это помидоры. Она приходит со школы, в первую очередь помидоры. Бутеры себе сделает из помидоров. Кину сюда масло, потому что зажарку отдельно же будем кидать, чтобы пресная картошка не была в одних варениках. Будет жареная. Не знаю, как это все правильно делается, я буду делать, как я придумал. Плямбу вот эту раскатаем.
Так, я думаю. Гигантские вареники будут. Сначала Дашкину налепим. О, первый вареничек готов. Так. Блин, у меня тут батарейка села, оказывается. Я тут говорю, снимаю. Так, вот я начал. Я не знаю, что я там поснимал. Рыба у меня здесь. Еще, наверное, к вечеру только разморозится. Так, первые вареники наши готовы. Все обвалял в муке. Чтоб не прилипли к дощечке. Да, тесто, наверное, маловато. Так, все, сейчас продолжим крутить, месить, лепить. Думаю, сильно тонкий тоже не стоит делать. Все, долепил я вареники все. Картошка чуть осталась. Так, все, убираем. Вот столько вот ест наш профессор маленький. Даша, все готово, забирай. Сейчас вычерпаем свою порцию. Так, а это наша порция. Чуть-чуть. Даша, что, нормальные получились? Ой, хорошо. Всем приятного аппетита, я пойду перекушу. Идеально. Так, наконец-то наша рыба разморозилась, и то не до конца, икра вон. Еще примороженная. Блин, отдирал икру. Чуть поразваливалась. Так, все, посолил. И до завтра пусть лежит в морозилке, ой, в холодильнике. Всем доброе утро. Сегодня у нас такая погода мерзкая. Дождь идет. Уже везде снег стоит почти, у нас дожди. С морозилки достал, сейчас пакетик разложу. Еще замешу тесто. Налеплю вареников тоже. И тоже в морозилку положу. Рыбу сейчас пожарим сразу. Дашка у нас на соревнованиях. Только что отправил по шахматам. То олимпиады, то шахматы. И мне нужно будет бежать. К 12 успеть. Кое-кому, кое с чем помочь. Потому что я лично рыбу не очень люблю. Я ее люблю ловить. Маме пожарю. Приедет. Уже всю морозилку щукой забил. У меня 4 щуки лежит разделанных. Так, все. Потом еще мама делает зажарку из лука. Не знаю, как ее ранее там делать. Попробую что-нибудь. Наша первая банка готова. Икра. Рыбка немножко развалилась, аж заподнимал. Ну, значит, точно готово. Это зажарится. Вот наша рыба. Рыба готова. Икра, конечно, выглядит не так красиво. Рыбка вроде ничего выглядит. Я думаю, хватит. Тут даже на двоих человек хватит рыбы попробовать. Так, сварились наши вареники. Сейчас быстренько перекусим и побегим. Так, надо рыбу попробовать, какая она там получилась. Рыба нормальная получилась, только чуть-чуть соли не хватает. Совсем немного. Я дома в кепке, потому что когда готовишь что-нибудь, одеваю кепку, вдруг волос упадет. Они у меня, конечно, не выпадают, но все равно. Дашины вареники тоже сварил, сейчас она, может, придет скоро, не знаю. Все, всем приятного аппетита. Я ему куб
просеял, еще буду делать тесто, еще буду делать вареники, лепить к вечеру. К вечеру, пока все соберутся, наша рыбка получилась очень вкусная. Все сегодня будут дома, всех встречу, всех смогу накормить, напоить. Такое кулинарное видео у меня получилось, если его можно так назвать. Так, 12:30, мне уже нужно идти. Все, кто смотрел, спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, пишите комментарии. Всем пока!